Всем привет! Учитывая просмотры на последних видео, это как я жил на сервере, там было видео по Майнкрафту, но которое, кстати, в топ по просмотрах за, наверное, последние полгода вышло. И еще было видео по Truckers of Europe «Ночная езда». Причем просмотров по этих двух видео в разы больше, ну хотя вряд ли в разы, тут просто больше, чем на обычных видео. То есть вот эти два последних видео, они набрали просмотров больше, чем предыдущие видео. И поскольку у меня сейчас с Майнкрафтом, ну, снять его не получится, потому что нужно какую-то идею придумать, чтобы это не было банально скучно, я решил записать что-то похожее на Truckers of Europe. И нашел в итоге вот такую игру SnowRunner в Ютубе, из-за чего решил поискать версию похожую, ну, похожую игру на смартфоны. И нашел вот это, MedRunner Mobile. Игра как бы вышла 2 года назад все-таки, но тем не менее она до сих пор остается интересной. Хотя было бы неплохо, если бы там еще другие фишки добавили, как в том же SnowRunner они есть. Но, к сожалению, их нет. Так что вот такие пироги. Ну а я хочу вам пожелать приятного просмотра. Вот это недоступно, потому что еще не открыто. Так, ну тут я вижу, есть кран еще. Так, пока что машины заводить не будем. Посмотрим, что тут есть изначально. Доставить 8 загрузочных на мельницу или что здесь? Да, карта здесь огроменная. Просто огроменная. Но это ничего не помешает изучить всю эту карту. Так. Что же делать? Есть... А, это лесопилка. Я думал, что-то другое. Есть Fuel Station. Я знаю, нужно установить вот эти аддоны или как там. Так, у нас тут, вижу, есть транспорт, есть кран. И сразу же, короче, нужно будет добираться в самый угол карты. Гараж. Так. Time 12.40 это... А, это, наверное, время в игре. Ну, в принципе, неплохо то, что тут будет смена дней и ночи. Но что все-таки сейчас лучше сделать? Браться за доставку вряд ли. Лучше всего брать на исследование. Это нужно будет, скорее всего, брать вот этот УАЗик. А на вот эти машины прикреплять, наверное, топливные вот эти баки. Я так думаю. Сразу же продумаю, например, пока что пересаживаемся, наверное, в УАЗик, вот этот. Посмотрим, что там у него. А, у него все нормально, прикрепить к нему. Что вот это делает? Это 200 ремонтных частей. А вот это... Ага. А, или... Или же прицеп. Тогда давайте, наверное, ремонтные части прикрепим и колесо. Все, типа, так сказать, в полной подготовке. Так, что дальше? Теперь нам нужно продумать, как мы будем ехать. Наверное, будем ехать... Сейчас разворачиваться и ехать через лесопилку к первой точке. Это примерно нужно сюда, потом сюда. Дальше сюда и дальше как-то до обзорной точки. Ну что ж, погнали. Почему именно эта игра, да, просто как-то типа... Ух ты, что? А тебя нельзя никак проапгрейдить? Так, ну слушай, дифференциал, по-моему, лучше врубать сразу. Ну, точнее, блокировку дифференциала. Так, камеру максимально отдалил. Не-не-не-не, продолжаем. Жалко, колеса не могу поменять им. Полный привод, все, поехали. Вроде как. Да уж. Но почему эта игра так вроде ж... А, ну я не знаю, расскажу это в приветствии или это будет отдельно. Видел на одном канале, смотрю, вроде прикольная игра, а может есть такая же игра на Android. Посмотрел, нашел вот этот MedRunner. Хотя вроде до него был еще SpinTires, который на ПК есть. Так вот. Был SpinTires, потом сделали разработчики MedRunner, поскольку SpinTires изначально была игра-песочница.
потом уже после этого сделали SnowRunner, но перед тем, или, наверное, в то же время, когда я вышел SnowRunner, появилась и эта игра. Так, куда там дальше по карте? Да вроде недалеко еще осталось. Ух, разогнались-то как по вот этому болоту. Так, тут, наверное, уже лучше. Да ты шутишь. Именно поэтому я сразу подготовил. Опа, а это что за значок? А, минуточку. А, не, я в том же гараже. Да уж, сейчас опять проезжаю через все вот это. Да по что? А бы дерево с... Ну ты, конечно, умеешь зацепиться. Да уж, ладно. Так, наверное, эта часть будет либо таймлапс, либо я просто скипну, как я ехал только что. Обо что? Ну ты, конечно, блин, вот так вот ударится еще. Еще не хватало поломаться сейчас. Да обо что? Ветка, серьезно? Так, давай на первую тогда передачу. Куда так быстро? Да уж, ну игра классная, в принципе. Немного даже медитативная. Жалко, тут нету онлайна, хотя его вроде как и не добавят после этого всего, тем более игре уже вроде как 2 года. Так что... Надеяться на что-то от разработчика сейчас, это такое себе. Так, вот тут я перевернулся в предыдущий раз. Ну уже едь давай. Было бы еще прикольно, если бы тут был вид от первого лица. Так. Или это было вот здесь, этот переворот? Вроде бы здесь, но я не уверен. Насчет этого. По-любому, если я сейчас попробую ехать туда, там сейчас повреждений словлю. Очень много. Хм, странно. Повреждений нет. Окей. Наверное, я открою второй гараж, потом поеду исследовать остальные вот части карты, чтобы открыть автомобили. Хотя, блин, их еще ж нужно доставить потом в гараж, чтобы отремонтировать, скорее всего. Да уж. Задачка не из легких. Где там точка обзора? Она должна... А, вот она, кстати. Как-то просто, я бы сказал. Хотя это первая карта, так что... Смотрим. Ага, то есть там дальше... Так, что ж так-то делать? Так, ну, наверное,
поедем сразу сюда, заодно откроем гараж, после чего поедем вот сюда, скорее всего. Так, ну по карте. Да, по карте еду правильно. Короче, вот это переместим вот сюда где-то. Все, теперь можно ориентироваться дальше. Ну, кстати, неплохо так по карте ориентироваться. Хотя хардкор тоже вариант проходить. Но я, если бы и проходил, то это было бы, наверное, на стриме. Потому что видео записывать это немножко сложно будет. Учитывая, сколько здесь часов геймплея, в принципе. Тем более, тут несколько карт, а запись 13 минут и уже идет как. Хотя, возможно, это кажется из-за масштаба, что типа карта такая во-во-во-во-во. Полегче. А, ну, как бы, да, я по карте еду правильно. Можно скипнуть ночь, но здесь скипать ночь. В реальности в такой локации ночью лучше не скипнуть. И это я сейчас не шучу. Реально, такое вот. Во-во-во-во-во, так. Ветка. Осторожно, проехали. Сейчас будем немного не по самой дороге ехать, но главное не перевернуться еще при этом. Ё-моё. Так, а вот тут что-то интересное. Ага, тут река. Я понял. Ну что ж, открываем карту дальше. Кстати, фары сами включились. Привет, но мне кажется, вряд ли. Так, где-то точка обзора, я ее тоже не вижу. Ну, я знаю, что она должна быть где-то здесь, но... Где конкретно? Удалить, просто одну точку поставить. А, уже вижу, кстати. Топливо еще пока что не закончилось, это хорошо. Тем более там будет fuel station. Ну, заправочная станция. Оп. Так, тормози. Я не вижу ни одной дороги почему-то. Она должна быть тут. Погоди, тут даже анимации типа деревьев есть, ничего себе. Раньше я этого не замечал. Хотя, кстати, вот тут вроде виднеется вот какой-то объезд, будто. Не уверен насчет этого, конечно. Рискованно это все может быть. Ну ладно. Почему бы не попробовать проехать? Так-с. Тогда, наверное, возвращаемся опять на дорогу. Мы просто ставим точку сразу же на точку обзора. Ближайшую. Вот сюда. А, вот так вот можно было удалять, окей. Так, мы тогда сейчас, наверное, поедем поближе к гаражу. Хотя вроде и тут имеется что-то. Не уверен, что это дорога, но тем не менее, думаю, по ней можно проехать. Ну, выйдет, выехал. Причем на дорогу какую-то вроде бы. Ох уж через эти... Стоп, тут озеро? Так, аккуратно. А, тут даже лягушки есть в игре, но не то чтобы сами лягушки, скорее просто типа аудиосопровождение такой, аудиофон типа. Во-во-во, не ломайся, ты чё? Куда тут ехать вообще?
сквозь такие деревья просто проезжаю. Это вообще ужас. И тут действительно была дорога. Ну что сказать. Неожиданно получается. Кстати, тут сразу и загрузочная вот эта станция. Окей. Где же эта точка обзора? Так, медленнее и... Я хотела бежать, а она вот здесь как бы. Нормально. Так, дальше. И остается одна точка обзора. Рискнуть сейчас ехать вот сюда. Ух, ё-моё, через что и куда я полез вообще? С этими деревьями. Давай вылазь оттуда. Ух, ё-моё, куда я заехал? О! Ничего себе, блин! Нормально, так поехал через лес, выехал на бревна и чуть не упал. Отличная идея, что тут сказать? Фух. Ой. А куда они заспавнились? Не-не-не, это загрузочная станция. А, мне еще бревна нужно будет прийти потом. Так, минуточку, куда я вообще еду? Я пробираюсь через какой-то лес, всего лишь, чтобы найти дорогу, да уж. Кстати, тут почти ничего не видно. Сложно понять, куда тут ехать. Опа. А вот и начинается. Сейчас тут будет огромный. Не будет? Я думал, тут будет грязь побольше. А, ну кстати, как и предполагалось, действительно грязь побольше будет. Так, куда там дальше? А, ну. Ну и ночь в этой игре, конечно. Как можно было так и двигатель сломать? Все. Последняя попытка. Окей. А, тут даже нет за что зацепиться. Хотя, ладно, и так выйдем. Давай, наверное, первое. О-о-о-о. Это типа повышенное. А вот точка обзора, кстати. Ух, ё-моё. Это будет, наверное, последняя попытка. Так. Ну, зато теперь хотя бы видно всю карту. Что уже неплохо. Но, тем не менее, будем в гараж ехать. Так. Это что тут у нас? Окей, поскольку карту мы уже разведали,
гаражные части я буду доставлять уже в следующем видео. Так что пишите в комментарии, хотите ли вы продолжение прохождения этой игры, хотя игра как бы и вышла 2 года назад. Ну, и кстати, спасибо, что досмотрел видео до конца. Но если видео понравилось, то поставь лайк и подпишись, наверное, если понравилось все-таки.